Николай Тихонович и Володя поплыли спиривать кусты для того, чтобы когда веревкой будем тянуть лодку, они не мешались и веревка не запуталась. Оттуда будем тянуть лодку к дамбе, потом сюда и сюда будем на вот этот берег вытаскивать бредень. Одна сторона бредень будет вот здесь по берегу, вторая два посередине вот там на лодке. А лодку будем вот тянуть вот к этой вот дамбе. На дамбе будет человек стоять. Мы попробовали с берега лодку тянуть по середине пруда, но не получилось, потому что к берегу подтягивает. И вот сейчас взяли спилить вот эти кусты, чтобы они нам не мешались. Когда лодку подтянем к дамбе, потом эту лодку нужно будет вот сюда на берег вытаскивать вместе с бреднем. Вот она, нет. Пилили этот куст, оставили, чтобы видно было. Если на один куст не помешает. Нам один только плюсик оставить. Прямо эту сторону поворачивай. Куда? Ну давай. Иди на дамбу. Так, я захожу на дамбу. Вот дамба. Половина засыпана там песку. Там знак 5 км/ч. С одной стороны установили. Иду по дамбе. Дамбу высоко подняли, воды много будет. Рыбы много должно быть. Всех хватило. Дело в том, что веревка будет цепляться за ней. Нам надо убрать. Держи. Ну, чтобы веревка не цеплялась, когда лодку с бреднем будем вот туда, на берег вытаскивать, эти кусты решили спилить. Так. Ну и все, тут много-то не надо. Все, по береге больше не надо. Там видно будет дальше, тут работа понятна. Можно упираться как весло. Вокруг поплыли. Стоп. Подгребай, тихо останавливай ее.
головой, у меня костюм в воде. Ой-ой-ой, я забыл еще. Подожди. Так, ты как-то не подтянешься туда. Я буду держать, чтобы не обламывать. Видите, она накапливается еще. Ну ничего, ничего, к концу идет дело. Там только этот куст или там еще один? Все, все, только этот. Дальше я примерил, туда не идет. Вот посередке, вверх, не ну ладно. Один можно маленько оставить, но только немножко. Хотя тут уже надо ломать. Давай. Ну, на жопу. Теперь нам надо пристать к берегу. Сейчас я покажу куда. Тут видно, где я слазил. Вон где. Так. Давай. Вон туда, вот. Вот эти кусты. Закончилось уже. Вот братья привязали веревку и сейчас отплывают. Потом этой веревкой будем подтягивать к дамбе. Рогатулина. Да,
вот, а второе сиденье-то как бы сгодилось? Вот отняли от меня второе сиденье. Вот мы можем подплыть, второе взять, если хотите. Поехали. У вас спина устанет сейчас. Да, конечно. Я все равно приспособлюсь. Давай, вот. Пошло. Гони теперь. Что, возьмем вторую подушку? Не. Гони туда, где это, садитесь обычно. Сейчас мне тоже надо развернуться. Так. Давай-ка сюда, вот ты весла поставишь. Не надо. А почему не надо? Нет, я отлично так. Вы же очень медленно спускаете. Ну давай. Вот потом за эту веревку будем подтягивать бредень. Пошел. Данчук поехал по дела. Пока все идет хорошо. Хорошо получается. Ну, не два весла он как взял, как на байдарке. Видишь, как далеко были. Край веревки хлюпается здесь вот. Потом за нее подтягивать бы лодку тут с бреднем уже. Там братья подгребли. Вот надо брать завязки, две штуки всегда с собой. Вот так лучше удобно очень грибцами. Угу. То есть не вставлять в эти разутины. Угу.
Что, кончилась веревка? Там уже третья, наверное. Две, вторую коробку перезаду, еще сейчас коробку. Угу. Солнышко, глаза светит. Вот так вот завязывать две завязки вот сюда вот. И все, можно отвести. Давай. Так, постой, я вылезти могу. А зачем? Ну давай. По берегу, мне какая разница-то? Ну-ка, давайте. Разверни его. Сережа, скажи, чтобы он нас вытащил. На время прекрати, положи. Только что с Володей закончили убирать кусты. Я-то только уносил. Вот в воде все было. С лодки. Но никого не было. И на ту сторону кидали. Сколько сейчас время? Примерно. Не знаю. Сколько мы пробыли на воде? 6 часов. 3 часа пробыли. 3 часа. И мало того, прошли, сейчас еще рубероид заложили на стоке 8 мест. Дали сигнал. Сергей Павлович приехал сразу. Сцепляйте. Уходим.